рассада томата-морковной высаживается в грунт не ранее 55 дней с момента посева семян. Требует временной защиты пленкой для минимизации угрозы заморозков. Свойство сорта томата-морковный позволяет добиться урожая до 9 кг с одного растения, с частотой кистей до 7 плодов через каждые два листа. Растение низкорослое, обладает специфическим вырезом листьев в форме морковных, плодами, похожими на колоритные мохнатые шарики, неприхотливо. Особенности ухода. Регулярный полив теплой водой. Подкормка растений водорастворимым минеральным удобрением. Регулярное рыхление почвы. Томат обыкновенный морковный – это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.